Объясняем, что такое донат и зачем он нужен. Донат – это такое кондитерское изделие, которое любят все без исключения блогеры, потому что он сладкий и очень вкусный. Вот такими донатами меня подонатил батюшка в храме. Если верить надписи на упаковке, эти пирожные называются донаты. Донат – это на жаргоне блогеров и компьютерщиков добровольное денежное пожертвование на бесплатном ресурсе, но за плату даются полезные ништяки. Или на прямых эфирах платные сообщения выделяются особым образом. Это слово пришло к нам из Соединенных Штатов Америки. Слово может быть и из США, но донат как явление возник в христианской церкви, когда еще и США и в помине не было. Бесплатно поп в церкви молится за всех православных христиан. Имена из простой записки он тоже прочтет. Имена из заказной записки он прочитает в алтаре. Читая каждое имя, еще и выковырнет частичку из просфорки. Простая записка дешевле, чем заказная. А у блогеров, например, у нас, когда чат бежит быстро, донатный вопрос гарантированно будет прочитан в эфире голосом робота, и блогер на него гарантированно ответит. Батюшка сладкий, кайфовка какая! Вы самые лучшие. Спасибо за контент. Как вы относитесь к ЛГБТ? Потому что не заметить донатный вопрос невозможно. То есть донат дает возможность связаться с популярным блогером, у которого в чате пара тысяч человек, и чат летит со скоростью пара страниц в секунду. Некоторые блогеры за донаты ставят видео и музыку в прямом эфире, но это опасно. Можно случайно нарваться на контент, защищенный авторским правом, и получить страйк, и таким образом закончить свою блогерскую деятельность на время или навсегда. Донаты отправляются с помощью специальных интернет-сервисов. Например, Donation Alerts. В профиле блогера есть ссылка на страницу отправки донатов. Зритель попадает на нее и с этой страницы отправляет блогеру платные сообщения и другие платные ништяки, которые видит или как минимум слышит не только сам блогер, но и остальные зрители. Блогеры еще за донаты делают зрителям разные приятные вещи. Например, мы всем, кто посылает нам донаты через систему Donation Alerts, не просто ответим на вопрос, но и в прямом эфире сделаем сигнал. Сигна – это блогерский вариант автографа. То есть в кадре блогер позирует с именем зрителя. Зрителю это приятно и пиариста. Можно рекламу так делать. Желаем всем блогерам и себе в том числе много сладких и вкусных донатов. Как вкусно. Нам на стриме добрый зритель задонатил каравай. Вот такой вышины, вот такой ширины. Каравай, каравай, кого любишь, поощряй. Зрителей мы любим всех, а донатных больше всех.